Всем привет! Все хоть раз слышали про такой предмет бытовой техники, как увлажнитель воздуха, но не все знают, зачем он нужен. Обо всех нюансах увлажнителя воздуха мы постараемся рассказать в нашей новой рубрике «5 фактов из жизни, если у вас есть увлажнитель». Итак, как выглядит день, если в нем есть увлажнитель воздуха? Утром ты просыпаешься не с тяжелой головой от тепла работающих батарей, а вполне бодрый и полный сил. Если ты носишь контактные линзы, то тебе не приходится постоянно моргать и переживать, что они вот-вот потеряются из-за сухого воздуха. Ты нравишься себе в зеркале, лицо разгладилось и стало будто свежее. Ну и наконец ты можешь надеть на работу тот шерстяной свитер. Теперь он не раздражает сухую в зимний период кожу. Вечером гости похвалили тебя за ухоженные цветы, а ты ведь и не помнишь, когда их поливал. После гостей ты немного убрал квартиру и включил мойку воздуха. Завтра длинный день, а тебе нужно выспаться и встать со свежей головой. Давайте рассмотрим несколько моделей увлажнителей и определим их основные характеристики. Штадлер Form O021 Oscar, Redmond RHF3306, Philips HU4803-01. Определите для себя площадь, которую должен обслуживать увлажнитель. От этого зависят важные характеристики прибора, такие как объем бака для воды, мощность и, конечно же, цена. Обратите внимание на уровень издаваемого шума и наличие или отсутствие ночного режима, так как это важный параметр, если вы собираетесь увлажнять помещение и во время сна. Некоторые увлажнители оснащаются технологией ионизации воздуха и функцией теплого пара, которая порадует тех, у кого есть маленькие дети. Советуем вам также обратить внимание на такую, казалось бы, незаметную изначально деталь. Некоторые увлажнители оснащены специальным резервуаром для аромамасел. То есть на выходе вы не только получите увлажненный воздух, но и ваш любимый аромат. Ведь масло можно приобрести любое. И еще два совета от экспертов MediaMarkt. Не используйте аромамасла в тех моделях, где это не предусмотрено изначально. Вы испортите прибор. А также используйте воду из фильтра, желательно обратного осмоса. Так как вода в большинстве домов будет крайне жесткой, и вы, возможно, получите белый налет на предметах мебели. Подведем итоги. Увлажнитель воздуха – это незаменимый прибор, который улучшит ваше общее состояние, продлит сон и поможет дышать полной грудью. Итак, друзья, это все, что мы хотели вам сегодня рассказать. Спасибо, что вы с нами. Отмечайте в комментариях друзей, общайтесь, задавайте вопросы и возвращайтесь за новыми видео. Будет круто! Пока!